Берлинский кинофестиваль, уже 68-й по счету, начался в Германии. Он продлится до 25 февраля. За эти дни примерно 400 кинопленок будут показаны в различных категориях. Из 24 фильмов основной программы 19 соперничают за престижного «Золотого медведя». Берлинале – это оживление в феврале. И это такая удача для нашего города. Представьте себе, что 500 000 человек смотрят самые странные фильмы, о которых они никогда не подумают в течение всего года. Они получают билеты и стоят в очереди, чтобы посмотреть новый конкурсный фильм с Филиппин. Это необычно, и, на мой взгляд, это достижение, которого невозможно добиться на любом другом фестивале. За несколько часов до начала анимационной ленты режиссера Уэса Андерсона «Остров собак» президент жюри отметил, что в восторге от выбора вступительного фильма фестиваля. В этом году Берлинале также станет платформой для обсуждения движения «Me Too», освещающего сексуальное домогательство в отношении женщин.